Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир. И мы продолжаем наши невероятные приключения Дрейка в игре Uncharted 4. Путь вора, ребята, мы идем, и нам надо добраться до, вот, до могилы, в общем, надо добраться Генри Эвери. И мы ищем сокровища. Я помогаю своему брату Сэму, чтобы его не прибил наркобарон, короче говоря, он на него наехал слегка. Так что, он остался прежним? Кто? Собор? Да. Ну, в общем, да. Но это было давно. Я плохо помню. Кран, взрывчатка. Я смотрю, пропажа креста заставила Рейфа понервничать. Да. Чуточку. Надо как-то найти, как пробраться туда. Пока они, кстати, собором этим занимаются, они забыли про то, что... Вернее, они не знают, что это может прятаться на кладбище. Мы там методом догадок пришли к выводу, что надо идти на кладбище. А где обойти-то? Ну-ка, пошли. Вот, может быть, здесь где-то можно спуститься. Ничего не понимаю. Куда? Сэм, ну-ка давай подсказывай, куда надо идти. А. Давай спустимся, попробуем, лишь бы только не упасть. Лишь бы только не упасть. Вот здесь где-нибудь. Вот, все отлично. Так, а если вон туда прыгнуть? Давай, 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 Дрейк, прыгай, 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 главное не падай. Давай осмотримся. Веревка. Все, братан, пошли сюда. Давай, давай, аккуратненько только. Аккуратненько, чтобы не шваркнуться вниз туда. Это еще что? Снаряга для раскопок. Наемники? Что? Смотри. Я думал, они только у собора. О, черт, пригнись! Тихо, 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 как так нас заметили-то? Ладно, хоть пекарь есть. Так, один готов. Неожиданно вообще. Ну-ка, куда ты? Он к нам пытается идти. Есть. Еще, по-моему, вон там за камнем. Ладно. Или он слег уже? Закончили. Да. И я рад вас видеть, ребята. Похоже, они нас ждали. И похоже, они начали поиски снаружи. Нужно скорее добраться до кладбища. Именно. Ну, пошли порещи, тогда надо идти. Нас вычислили. Так, патроны надо взять. За пределами собора. Ну да, немного. Но территория такая большая. Это бесполезно, если не знать, где искать. Ну, с динамитом всяко лучше. Конечно, с динамитом-то ищется лучше. Так, давай, куда идти-то? Здесь море кругом. Осторожно! Бесстрашно так прыгнул вниз. Ну пошли, Сэм, наверное, нам сюда. Что это за место? Тут у монахов было несколько жилых кварталов. И главный из них рядом с кладбищем. О да, вот это расположение. Вещички наемников. Ну, хоть самих наемников нет. Погоди, как нет, они где-то здесь по-любому. Может, нам повезло, и они там подорвались? Слышишь, там взрывы? Так, что дают? Орел или решка? Класс. Динамик. Супер. Осторожней с этой хренью. Так, а что надо сделать? Не-не-не, подожди. Удерживайте R1.
что, ворота взорвать, что ли? Ну-ка. Как бросить? Тихо-тихо-тихо, Стэн. Эй, я открыл дверь. Это было очень громко. Очень громко. Надеюсь, нас не слышали. Ну, может, за другими взрывами не заметят? Не, мне кажется, сейчас придут они. Эй, можно подняться по крыше. Высоко, не подсадишь. Найдем на что забраться. Да. Как забраться-то? Ты куда пошел? Сэм, ты где? Или ты уж забираешься там? Подожди, мы вот тут еще не были. А есть еще динамит? Надо еще раз в ящик туда сходить. Смотри, там какие-то ворота. Ну-ка, ну-ка, дай еще. А что по одному берешь? Возьми сразу много. А вот здесь можно залезть. Так, давай швырнем. Что-то близко так стоим, не боимся вообще. Так это с обратной стороны, что толку? А куда он, типа, говорит, залезь куда-то? Ну, давай залезу. Вот, залезли. Дальше что? А, слушай. Эй, можем вот по этой штуке забраться. Ну, погнали забраться. А как мне туда ее перекинуть-то? Нам же надо туда наверх куда-то залезть. Давай попробую скинуть ее вниз. А, вот отсюда сейчас скинем и все, ее там дотолкаю. Оп. Давай, Сэм, хоть бы помог. Опа, опа, тихо, 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 тихо. Как так-то? Как он здесь оказался? Ну-ка, быстро, быстро. Надо аккуратно их как-то убрать. О, еще чувак идет. Осторожно. Есть. Ай, подожди, он сейчас увидит. Увидел, нет? Не увидел, прикинь. Ну-ка, я быстро к нему попробую. Оп. Все, мы сейчас по-тихому сделаем. Автик забрал. Так, 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 Сэм, надо аккуратно как-то. Кто еще там остался? Вон ходит внизу. Да он один, походу. Вот пускай сюда подойдет. Тихо, 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 молчи. Никому не говори. Все? Вот и все, спокойно прошли. Давай берем ящичек, потащили. А где Сэм-то? О, стой, стой. Их еще двое там. Они услышали, как я ящик тащу. Ну-ка, Сэм, ты спрячься, ты че? Дай-ка я залезу сюда. А как с двумя сразу расправиться? Во, я одного сейчас могу приглушить. Где он там? Погоди. Да тихо, ты че, он же видит. Я прям на глазах у всех. Да че такое-то, а? Хорош, не стреляй. Все, еще, все, понеслась, ребята, еще кто-то там. Сразу толпа пришла. Да где там? Ё-моёшечки. Идите вы нафиг все, дайте. Да дай пройти. Откуда вас сразу столько? Их двое всего было-то. Вот тебе, блин, нашумел называется.
Где? Да задолбали, откуда у вас, правда, что-то много? Готов. Вон он уже наверху там стоит. Да, их там двое, кстати. Давай этого сначала. Вылези. Готов. Все. Перезаряжай давай. Все. Надеюсь, вы, ребята, закончились. Пошли, ящик сейчас этот поставим. Не, ну так по-тихому все начиналось нормально. Он где-то там посмотрел внутри, говорит, надо залезть. Ну вот сейчас залезем. Вот. Ну, пошли. Вот, все, видал, как четко. Сэм, давайте, руку можешь подать. Ты где, Сэм? Я что, один дальше пойду? Ладно, догонит. Во, надо, значит, туда двигаться. Есть. Полетели только куда? Я вообще не понимаю, куда он хочет прыгнуть. А, вот, по скале сейчас будем забираться. Еще выше можно. Тихо, тихо, тихо. Ладно, я хоть зацепился. Побежал, побежал. Вот сюда надо, наверное. А я мог и отсюда, в принципе, прыгнуть. Побежал, побежал, побежал. Прыгаем. Думаешь, ты так сможешь? Чего? Я же сам тебя научил. Сэм меня учил. Во. Вот видишь? Где-то он там прыгает тоже за мной. А сейчас-то куда? А, не, в другую сторону. Вон там можно зацепиться. Вот здесь где-то. Сейчас еще разочек раскачаюсь. И раз, два, три, прыгаем быстрее. Вот сюда зацепился. Сэм, давай за мной быстрее. Вон там лестница, но до нее не долезть. Как это не долезть? Все, долезть. Сейчас сделаем. А как? А как ты предлагаешь-то тогда, я не пойму. Давай подсадить как-то, может. Подсади. Во, видал? А меня? Меня возьми с собой. Погоди, погоди, Сэм, сейчас я прыгну. А как? Как я, по-твоему, должен прыгнуть-то? Ну-ка, или мне туда надо подползти? Во, давай, тяни быстрее. Давай, 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 держи. Спасибо. Спасибо, Сэм, ты самый лучший брат. Так, куда дальше-то, чувак? Вот сюда, наверное, нам. Так, монашеские кельи. До них всего пара прыжков. Нифига прыжков, ты чё? Только не сглазь. Куда я прыгать-то? Куда? Нам, мы запаримся столько прыгать. Куда идти? Подожди, а вот это что за веревка? Нет, не сюда. Ну-ка давай соображай, Сэм. Куда надо-то? А, поехали вниз, просто поехали. Только в дерево бы мне не влепиться. Ну-ка, уворачивайся. Вау. Даже весело. Ну давай, вот надо, смотри, камни там на той скале. Надо, наверное, прыгнуть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, прыгаем. Точно, полезли. Смотри, камни могут падать. Отолью, пока ты обучаешь нашего новобранца. Не понял я, куда надо, блин. Ну
нашей помощью все... Давай выше, значит. Но как только кончились деньги, у нас не осталось причин участвовать в заварушке. А генерал не продержался ему. Ну, вы поняли. Как говорится, а? Снизу? Я за движок. Сейчас бы какой вооруженный мятеж. Да не говори. А, вон чувак внизу ходит, смотри. Может, надо на него просто спрыгнуть? Ну-ка, подожди, пусть он стоит. Сейчас я туда подползу. Давай. Сейчас получится все. Ну-ка, чувак, не уходи только. Дай-ка я проползу тут. Ну. Давай прямо на него. Все. Молодец. Еще двое. Твой будет левый, мой правый. Опачки. Он почти типа не заметил. О, молодец, Сэм. Нас так просто не возьмешь. Продолжай. Так, давай перезарядим. Давай-ка здесь пройдем. Посмотри, Сэм, что-то там лежит. Ящик с динамитом. А что мы будем сейчас с ним делать? Зачем он нам сейчас нужен? Ну-ка, сообрази-ка. Значит, где-то что-то тут надо будет рвануть. Но нам надо пройти аккуратно, чтобы нас никто не заметил. Вон они ходят. Сейчас увидят. А если я стороной вот здесь пойду? Что-то они не торопятся. Босс хочет результат. Причем вчера. Что-нибудь нашли? Слышал, они что-то раскопали, но подробностей не знают. Тихо. Вон тот бы ушел отсюда, а этот сюда ко мне подошел. Давай сейчас я по траве пойду, он меня не заметит. Оп, ай, блин, тот заметил. Все, ребята, началось. Нашумел. Так. Да хорош, а. Дайте уйти отсюда. Сэм, ты где? Твоя помощь нужна срочно. По-моему, он сюда слез ко мне, да? Или нет, никого здесь? А, вот! Есть! А, черт! Где еще? Давай я сейчас прям подберусь к нему. А, все, Сэм его свалил. Сейчас, Сэм, да я сделаю как надо, смотри. Да что ты? Этот готов? Вон того надо убрать. Есть! Слегка нашумели мы с ним. Вот надо еще можно динамитом пользоваться. Ну-ка, на тогда. Куда там, как швырнуть? О, давай туда. О, видишь, как хорошо работает это. Сэм, сейчас. Сейчас, Сэм, все будет нормально. Я подбегу. Подожди, уже почти. Вот так. Сейчас сработает. Сработало. Не остановить. Приз получен. Ну-ка ты давай-ка не стреляй-ка тут. Лучше не надо. Сэм, давай еще возьмем. Где? Где та волшебная коробочка? Наверняка кто-нибудь услышал. Валить надо, быстро. А что, все? А вдруг пригодится нам потом где-нибудь швырнуть? А его нету. Там еще была, где мы в той коробке брали. Вот. Ну ладно, я думаю, не особо пригодится. Скорее всего, именно для этих целей он нам тут и был положен, так сказать. Дальше надо цепляться, вот, и ползти. А если наверх? Да, наверх. Вниз не вкатывает. По верхней щели, давай за мной. Прыгаем. Ну, я думаю, что вот туда куда-то надо раскачиваться. Больше цепляться здесь не за что. Давай, Дрейк, все получится. Раз, два, три, ну, полетел. Оп. И быстрее наверх, пока руки еще
не ослабли. Куда еще там? Прямо за стенами. Окей. За стенами-то понятно. Мне как прыгнуть-то, чтобы туда пройти? Так, здесь я не запрыгну. Нет, туда я прыгать не буду. Я тоже не собирался. Ищем обходной путь. А, вот здесь пошли. Спускаемся. Здорово, ребят. Что-то я опять нашумел. Да что ты прям по мне? Отвечаю головой, приз получен. Да тихо ты, потише стреляй, подожди, я тебя не вижу, где ты там стоишь. Ай, как раз перезарядка не в тему. Нормально, пошли дальше. Подожди, только патроны. Блин, а я динамит бросил, отходи, Сэм. Откуда он у меня взялся? Я вроде без динамита ходил. Вот это пейзаж. Да, блин, зачем я его раскидываю просто так? Опять нашумел. Куда дальше-то? А, вон туда цепляться, я вижу, на стене там. Мне только надо туда допрыгать как-то. Опачки! Вот и залез. Теперь туда, наверх. Все, супер, сюда перепрыгиваем. Сэм, ты за мной или где ты там? Подожди, ну мы в принципе же ходили внизу там. А теперь... А, вот тут перепрыгнуть надо. А я разве допрыгну здесь? Или не надо? Или мы тут спускались? Подожди, нет, что-то не туда. Ну-ка соображай, Сэм, быстрей. Куда нам надо? Вот, вот в чем вопрос. Подожди-ка, подожди. Мы оттуда пришли. Да я знаю, блин. Давай назад. Думаю, надо лезть зигзагом. А, вот туда надо прыгать. Сейчас я тебе покажу. Сейчас, Сэм, сейчас ты так же сделай. Вон цепляться, вот здесь же можно, вон. Все, и наверх. Вот тебе зигзагом. Туда-сюда, туда-сюда. Так, а здесь как? А здесь тоже пропрыгать надо, только вон туда попасть. Это... Давай. Там опять... Да я понял, я могу в принципе как-то... Ай, не-не-не-не, куда ты пошел? Не туда, Дрейк, не туда, быстрее прыгай. Ну, цепляйся куда-нибудь, цепанись. Ё-моё, я чуть не улетел. Сэм, ты где там? Круче, чем с моста. А, вот и Сэм подоспел. Ты что, когда-нибудь... Тоже чуть вниз не ушел. Нет, но я уверен, что это круче. Мы все выше и выше лезем. Где-то вот камни тут есть. Ну-ка, давай-ка, отойди. Все, вот на эту колонну потом... Так вот, чем ты все эти годы занимался. Скакал по развалинам? Да. Еще по мне стреляли. Меня взрывали, били. В смысле, я что, смогу допрыгнуть? Резали, травили. Сэм, давай-ка шустрей за мной. Куда здесь-то? А, вот можно допрыгать. Допрыгать до камней, до этих, главное. И наверх теперь. Вот, теперь туда. Давай, 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 еще. Вот, хорошо, хорошо, все получилось. Еще прыжок. Мы разве... Мы точно здесь не были? Что-то все похоже. Не совсем. Чтобы пересечь ущелье, нужно забраться еще выше. Ну, еще выше. Надеюсь, это был последний спуск. Это уже камней полные штаны. Уже вообще высоко сильно стали. Мы наверху где-то уже. Как перепрыгнуть? Там жилая зона. Там еще кто-то живет, что ли? Как тут можно жить в горах в этих... Так, стоп, а что делать? А, вон камни. Хорошо. Ну, вот тут могу зацепиться.
Оп. Дальше куда? Опасно так все это. Он лазит, конечно. О, лазер. Давай наверх. Все, я наверху. Сэм, ты где? Дальше куда? Куда я дальше смогу? Я думаю, вниз не надо. Ну, идем туда дальше. Вот куда-то. А, вон, цепляться можно. Как раз в жилую зону в эту. Ну-ка, поехали. Тихо. Давай. Есть, ура. Все получилось. И Сэм за мной. Ну-ка, где Сэм? Во, и Сэм прыгает. Ну-ка, давай, чувак. Тоже нормальный акробат. Я начинаю привыкать. Эй, помоги мне. Ну-ка, давай. Дернем эти ворота. Давай, сильней. Есть, давай. Мы на месте. Это точно. Ну вот и все, вот мы сюда и попали, как хотели. Вот это да. Склеп имени святого Дисмоса, где якобы покоится некий Генри Эвери. Давай найдем могилу. Как на свитке из креста. Но даты не сходятся. Что ж, одно есть, и еще до черта осталось. И как я должен определить могилу? Ну-ка, какой-то крест непонятный. Крест с кинжалами. Кинжалы пересечены. Череп с костями. И даты, вот даты, 1659, дата рождения, 1699, дата смерти. Потом сзади, похоже, это вот крест так выглядит. И у него сзади какая-то, в виде мозга, какая-то круглая штука. Хорошо. Давай пробуем искать. Все запомнили, да? Так, скрещенные сабли, череп и кости, 1659. 1699. Найдем такое надгробие и дело в шляпе. Ну, оскверним могилу. Давай. Ну и надо по датам искать, главное, чтобы 1699 был. Посмотри. Tempus idox rerum. Время поглотит все. Боже, какие позитивные ребята. Так, ну вот что-то, да, вообще позитивное. Вот что-то похожее, но это не то. По датам не совпадает. Нет черепа и костей. Ну-ка, может еще где-то есть, а? Жаль. Давай-ка пройдемся еще. Что-то написано, ну-ка. Похоже, Рейв тут уже покопался. О, здорово. Хорошо, что он не знал, что ему искать. Ну а вдруг ему повезло? Надеюсь, что нет. Давай искать этот. Вот, не он? Сэм, читай, какие там даты? Здесь кинжалов нету. Надо, чтобы кинжалы были. Здесь вообще без даты все оторвано. Вот кинжалы. Но это не то. Ну-ка, идем дальше. Выходи. Еще походим. По-любому еще где-то есть. Ай-яй-яй, нафиг я кинул. Опять нашумел. Не ту кнопку нажал. Сэм, ты так больше это самое. Близко не стой со мной. Видишь, что творю. Иногда закидываю. Ладно, там мы посмотрели все. Ну а где еще? Вот кинжалы, смотри. Вот кинжалы. Там, в принципе, вот наверх можно залезть. Эй, куда собрался? Сначала гляну здесь. Ага, ладно. Ну, давай посмотрим. Может, правда найдем что-нибудь. Подвал какой-то.
А куда, куда, куда? Вон, Сэм, похоже, сейчас найдет быстрее меня. А вот, смотри, сколько крестов много. Вот это какой? А, тут сабли нету, тут одна сабля. Вот это задачка, блин, как это найти-то? Стоп. Вот, смотри. 1659. Вот, похоже на нее. Дата верная, но сабли перевернуты. Ага, сабли не туда. Сабли нам надо, чтобы вниз были. Но смотри, похож, похож такой, очень похож этот крест. Давай еще поищем, вот сколько тут надгробий. Надо крестом, чтобы было. Эти сабли опять перевернуты. И даты вообще не те. Неверная дата и сабли никак на свитке. Ну пошли дальше, здесь точно нету. Ну-ка залезь вот сюда. Вот сабли вниз, смотри. Даты не вижу. Ну что, какие же сабли? А, вот она. И год верный. Сэм, сюда. Вот мы и нашли. Вот, Бенджамин Бриджман. Псевдоним Эвери. Чем-то этот череп меня смущает. Он будто бы отдельно от камня. Да нет, странно другое. Это не знак Эвери. И череп должен быть повернут в сторону. Сторону. Что это? Ну-ка, ну-ка, что это? Ты готов? А я-то давно готов. Че, пойдем туда? Так, давай идем, спускаемся. Что тут у нас? Это склеп. Ну, мы в склеп спустились. Склеп? С потайной дверью? Думаю, потайную дверь добавили позже. Чтобы прятать добычу. Ну, скрестим пальцы. Так. Ну-ка, нашли сокровище какое-то. Шотландская монета в пол пенни. Вот так вот, ребята, это очень хорошо. Можно всякие сокровища находить. Это очень замечательно. Давай идем еще ищем. Вся банда в сборе. Иисус, слева Дисмос, благоразумный, справа Гестас, злой урод. Ну-ка еще почитаем. Эвери особо чтил святого Дисмоса. Эвери же считал себя благоразумным разбойником, грабил и убивал не британских язычников. В те времена это называлось благоразумие. Ха, наверное. Так, а что надо сделать? Ну-ка, а подожди, а сзади, если посмотреть, что там у них? Вот. Надо здесь что-то дернуть. Какая-то лампа. Эй, паровоз, дай-ка зажигалку. Ты ведь убиваешь мои чувства. Лучше бы легкие свои пожалел. Спасибо, я ценю. Вот, видал, все здесь засветилось. Ну ты посмотри.
Свет идет с той стороны стены. Так, ну-ка давай разберемся, что там с подсветкой с этой. Так, посмотрим. Я направлю свет. А, давай направим на них. Удалось. Подожди, ну у нас три всего их. Три, да? Три. А как нам сделать, чтобы все шесть задействовать? А, повернуть можно, прикинь. Ну-ка, если чуть-чуть... Во, я на две сразу направил. Я понял, легкая загадка. Давай еще. Здесь как-то надо тоже две совместить. Ну-ка. Соединил. Вроде верно. Ну, давай попробуем третью. Пазл сойдется, нет? Но это надо наклонить влево немножко. Ну-ка. Да, примерно расстояние одинаковое. Ну, не одинаковое, я имею в виду такое. Нам и надо. Стоп. Вот. Получилось. Отлично все. Открывай ворота. Похоже на созвездие. Да. Это весы. Весы правосудия. Интересный выбор для шайки пиратов. Ну и что? Давай будем открывать. А, подожди, вот покрутить надо что-то. Ладно, попробуем. Сезам, откройся. Отлично. Не то сокровище. Цыц. Неплохой вид, но нет сокровища. Нет, но ты видишь кресты? Да. А там не пещера? Внизу. Да, похоже, Эвери подсказывает, куда нам дальше. Есть одна проблема. Этот путь ведет обратно через собор. И назад к Рейфу. Черт. К чему заставлять его ждать? Все? Все выяснили, идем обратно. Давай, пошли. Сейчас будет толпа, ребята, я уверен в этом. Иначе бы нам не говорили, что надо идти обратно через собор. Сейчас, мне кажется, нас уже тут ждут. Фонарик хоть выключи. Ну-ка. А, вон они ходят. Они открыли ворота. Туда-то нам и надо. Так, давай за мной. Слово. Думаешь, у нас гости? Надеюсь, нет. Бурик глушит радиосигнал. Динамит я взял. А как нам их пробежать, как аккуратно сделать-то? Он меня увидел. Нет, он ушел просто. Прикинь. Ладно, чувак, все. Отдохни. Надо к тем двоим как-то залезть аккуратно. Он впалил, все. Это все. Сэм, все, нас засекли. Быстрее падай, ё-моё. Так, давай здесь где-то будем их ждать. Или тут не выгодно? Тут нам не выгодно, походу. А, нет, нормально, нормально. Будем их здесь встречать. Вот еще один. Давай, давай, давай. Бамс. Ох, и сзади еще. Ладно, так раскидаем сейчас. Все, кто еще, подходите, ребята, подходите. Толпиком можете подходить. Сэм, мы же их ждем. Сэм, пошли. О. Погоди, погоди, слишком много. Сейчас я ломанусь вот сюда. Как-то я вообще на пролом, походу, пошел. Аккуратно. Да откуда он стреляет-то? Погоди. Надо наверх залезть. Ой-ой-ой, что-то я разошелся, ребятушки. Что-то я разошелся. Ладно, сейчас жизни восстановится, и все отлично будет. Надо зайти вот сюда за стену. Тихо-тихо-тихо-тихо. Где-то кто-то лупит по мне.
Коленку, в коленку. Так. Сэм, ну ты хоть отстреливайся тоже. Вот это мы опять нашумели, да? Ха-ха-ай. Где-то вот здесь прячется. Вот и Сэм ползет. Мы, в принципе, уже добрались до собора. Давай, может, откроем тогда? Или пока нельзя открывать, пока не разберемся со всеми. Вот он. Да видим, видим, мы тебя тоже видим. Вон они. Да кто лупит-то, я не пойму. Сэм, ну-ка сообрази быстрей. Снизу, сверху, откуда летит? А, вот он стоит. Погоди ты, сейчас перезаряжусь. И все решим с тобой. Раз и навсегда. Ну красиво, значит все, да? Всех прибрали. Вроде бы все. Давай, открывай. Могло быть и лучше. Надо было патронов еще насобирать. Ну давай, ладно. Уже? Сэм, быстрей. Давай откроем ворота. Давай, 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 давай. Сильнее, давай, мы же сильные с тобой, Сэм. Держи, я тоже зайду. Все, дверь закрылась, мы патроны там не насобирали. Отлично. Я, конечно, думал, что сокровище может быть здесь, но это было бы слишком легко. По моему опыту, да. Плюс вся эта движуха с созвездием. Да, было круто. Ладно, с созвездием-то круто, а что нам теперь делать? И куда ломиться? Так, мы можем где-то вот тут зацепиться. Понял? Сэм, ну-ка подсади, что ли, меня куда-нибудь. Стоп, или куда прыгать-то? А, вот, сюда поехали. Покатились. Сэм, догоняй быстрей. Ну, наверное, вот так как-то. Здесь высоко очень. Хорошо, я запрыгнул. Сэм, где? Прямо под тот крест. Вот куда вел нас Эвери. Ну, не будем расстраивать Эвери. Давай, давай, идем по следам его. Эй, как вы там? О, Салли появился. На связи. Слушай, Салли, мы идем по следу. Но сокровище ближе к собору, чем мы думали. Вот ведь. Что мне сделать? Просто не глуши пока мотор. Мы надолго не задержимся. Давай, мы по-быстрому сейчас. Ладно. Ну прыгай наверх, что ты не прыгаешь. Все, поболтали, прыгай давай. Оп. А дальше цепляться надо. Ну давай. Все это немного странно. Не похоже, что это строили. Сэм, погнали сюда. Впереди патруль. Ой, чуваки, чуваки там, осторожно. А если отсюда как-то залезть? Вот, можно здесь забраться. Подожди, подожди, не вылазь. Присядь. Никто из нас не хочет второго порта моря. Сэм, ломай его тоже. Ой, все, все, все. Капец, чувак, ты улетел просто. Тихо, 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 тихо. Я бегаю, по мне не попадают, да? Ни разу почти. Почти ни разу не попали по мне. Так. Нашумели опять. От этих так просто не уйти. О, можно вот сюда. И чем ближе мы к собору, тем больше их будет. Ну это да. О, сокровище. Это что? Гравюра Ванитас из слоновой кости. Вот это что ли мы нашли? Или не пойму, монету это мы брали? Монгольский кинжал. Короче, ладно, собираем сокровища по пути. Не знаю, зачем они нам там вообще, когда-нибудь пригодятся они или нет. При прохождении, может быть. Где лестница? Подожди, Сэм, сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй, куда ты пошел? Сэм, ты где? А, обратно. Тихо-тихо, держись. Где лестница? Покажи мне. А, вон лестница. Так, давай сюда. Я тебя подсажу. Вот так.
Да, меня-то возьми. Я слишком высоко. Ну, скинь что-нибудь. Ща, погоди. Я жду. Ты куда? Сэм полетел куда-то. Сэм, ты где? Что-то нашел. И вот так. Тяжелая сволочь. А ты что делаешь? Ну, что собрался делать-то? Забраться. Эта штука даже тебя выдержит. А, спасибо. Ну, а и как я должен туда забраться? А, все, цепляемся. Ну, давай, ползи наверх. Сейчас, Сэм, я к тебе приду. Все, можем идти дальше, пошли. Думаешь, что это строили монахи? Да нет, какая-то система блоков. Типа для подъема сокровища? Для подъема? Как я ее пропустил? Да, нам суждено было найти ее вместе. Как романтично. Да. А дальше-то как? Слушай, вон там можно зацепиться, но туда надо сначала как-то пробраться. Давай-ка попробуем вот сюда крючок. Во! Полетели! Прыгай! Все понятно. Можно забраться! Давай-давай, я сразу это увидел. Погнали. Вот здесь вниз. И прыгаем. Сэм, блин, где ты, Сэм? Что за... Куда ты кидай уже? Вот, прикинь, я выжил. А, вот, давай сюда цепляемся. Сэм, давай за мной быстрей. Ай, он летит уже. Сэм, ты жив там? Нет? Все, нормуль. А мне-то куда дальше? Это еще не конец. Ну, уведи. А, вон, наверх. Куда ты? Ой-ой-ой-ой-ой, как опасно. Наверх надо или вниз, не пойму. А, вот цепляться можно, смотри. Полетели. Только куда? Стоп, я могу подтянуться чуть-чуть. Че, неужели сюда перепрыгнуть надо? Погоди, 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 здесь осмотримся хоть куда я поехал. Сейчас переломаться так можно. Во-во-во, вот здесь надо прыгнуть, быстрее прыгай. Сейчас отвалится что-то. Да хорош, а. Сэм, ты где? Давай так же, как я. Чё-то куда-то все ползем и ползем. Опасно же тут лазить. Ну-ка, давай, выше, похоже, надо. О, лестница почти живая. Сейчас, сейчас, держи, держи. Ай-яй-яй, как так-то? Как теперь залезть? Почему Сэм там оказался? Аккуратно, Сэм. Ё-моё, все поломалось. Так, может, мне где-то тоже можно зацепиться еще? Может быть. Во, может быть. Давай, цепляйся. Сейчас куда? Погоди, я не пойму, куда надо. Сюда, что ли? Ну, если сюда, ладно, вроде держится. А, вот, можно выше подняться. Похоже, совсем растерял форму в подарок. Да не волнуйся. Максимум потеряешь пару пальцев. А, пару пальцев. Ну да, все равно их целых 10. Как так можно карабкаться, я не знаю. Там уже руки давно... Я тебя подниму. Устали бы. Руку давай. Мы уже вообще высоко залезли. Что бы ты без меня делал? Вот сюда нам надо было. С горячим какао. Тебе что, 5 лет? Ты бы отказался от горячего какао? Ну, то есть... Нет. Вот именно. Дальше куда? Ну-ка, Сэм. Взгляни-ка. Куда? Почти на месте. Вдоль уступа пути нет. Давай подальше от края. Неплохо. Чё, просто прыгать? Нет, так не пойдет.
Давай думать, как обойти это все дело. А, вон, вот здесь можно. Сэм, пошли. Нечего там стоять, тупить. Пошли быстрее здесь. Ага. Вон, все, прыгаем, да и нормально. Смотри. Умеешь так, как я? Ты же меня научил. А дальше-то куда? Господи. О, ниже. Что, просто упасть? Ну-ка, давай попробуем. Все, нормально. Убираемся к Рейфу. Знаю. Сейчас заварушка опять будет. Может, не заметят? Тихо. Оп! Опачки. Все, он меня заметил. Все, понеслась. Смотри, только вот тут бочка опасная. Я бы тебе не советовал, Сэм, тут... Ой-ой-ой. Надо отойти от нее, потому что может сильно рвануть. Вот так, типа, смотри. Вот так, да, может. Аккуратно. Вон еще бочечка стоит. Никого не цепануло? Ах, он уже близко. Сэм, ты где? Я думал, ты здесь где-то рядышком. Все, этот отлетел. Сзади кто-то. Сзади лупит. Ах ты, блин. Слезь. До свидания. Все, давай восстановиться чуть-чуть надо. Подожди. Ну, как раз прям не вовремя перезарядка. Чуть-чуть, почти попал. Он отходит. Да что ты такой, а? Ну-ка, нацелься. Готов. Так, слишком так, много, надеюсь, патронов ушло. Да. Сэм, я сюда полетел. Что-то как-то слабенько. Я бы перепрыгнуть, в принципе, мог тут. А, вот сейчас, может быть. Ну куда? Надо ли сюда вообще, а? Просто я не вижу, куда еще. Ну, туда вот куда-то. Ай! Не, понятно. А зачем мне сюда? Вот сюда-то мне зачем? Стоп, мы пришли. Откуда мы пришли? Мы вот оттуда пришли. Здесь что-то походили. И куда нам теперь... Куда нам теперь надо-то, я не пойму. Давай вниз спустимся. Может тут... А, вот пещера, смотри, пошли сюда, быстрее. Хотя толку от этой пещеры, мы опять выходим наверх. Так... Куда цепляться? Для чего эта цеплялка-то? Слушай, тут разбиться можно, наверное, да? Нам надо на корабль, что ли? Не пойму. Или можно спуститься на ней? Ну-ка, давай я попробую, конечно, прыгнуть высоко. Мне кажется, высоко очень. Да, высоко разобьется. Где тогда спуститься? Где можно спуститься? Не, ну давай попробуем. А, подожди, может где-то зацепиться можно за что-то. Ну-ка. Или просто в воду. Давай в воду прыгаем. Сэм, за мной. Нет, не надо так. За мной так не надо. Непонятно пока. Так, ладно. Надеюсь, с ними покончено. Да. Так, все чисто.
Надеюсь, с ними покончено. Да. Осторожней. После взрыва тут все может рухнуть. Вот давай сюда надо. Наемники. Хотя уж Рейф-то должен соображать. Сэр, помоги мне. Помогай, помогай, а то мы там долго протупили, надо быстрее идти. Только на этой штуке. Тогда извиняюсь. Ну, толкай сильнее, Сэм. Все получится. Полезли. Держи давай. Конечно, все просто. Сюда, Нейт. Давай, только прыгать надо, прыгать. Как можно? Вот, все нормально, все пронесло. Сэм, пошли дальше, быстрей. Сейчас, может, Салли нас спасет. Как думаешь, выдержит? Выдержит, конечно. Ну, держится. Смотри. Все нормально, выдерживает. Сэм, ты где? Пошли дальше. Только аккуратнее здесь. О, посмотри-ка вниз. Похоже на пиратские корабли. Это хорошо. Очень хорошо. Прыгаем. Только аккуратно. Да-да-да, корабль-то разваленный вон внизу. Все, прыгаю, смотри. Ой-ой-ой-ой-ой, как же опасно. Все хорошо. Хорошо. Сэм, давай, я тебя жду. Вот мы встряли, да, тут лазить. Пошли, вот сюда надо. Что-то я уже записываю, стою. Чё он там записал? Так быстро рисует, смотри. Раз, корабль нарисовал. Ладно, пока непонятно, давай дальше. Сэм, наверх пошли, вот здесь надо пройти. Эй, буря крепчает, как вы там? Да все нормально. Мы заходим в пещеру. Пещеру? Да, связь может пропасть ненадолго. Не волнуйся. Ладно, короче, я жду вас наготове. Ладно, до связи. Получилось. Ничего себе крюк. Посмотрим, что оставил нам Эвери. Пошли в пещеру. Они ведь были прямо у входа в пещеру. Да, но мы пришли сюда первыми. А ты уверен, что мы первые? Может, эти уже давно здесь, ребята? Так, что здесь что? Надо пролезть. Идем сюда. Хорошо, что я легко позавтракал. Жуткие статуи Дисмоса есть. Ступени... Есть. Судя по всему, мы в логове пиратов. Давай спустимся вниз. Это что? Дверь? Похоже на то. Открывай. Иди сюда. Посмотри. Руку-то не суй, ты что там отхапай по локоть? Там ручка или типа того. Ну, так давай, потяни. Что? А вдруг ловушка? Ты уже взялся. Что? Что может случиться-то? Ну, я могу остаться без руки. Вот-вот. Заведешь стильный крюк. Тяни давай. Стильный крюк. Ладно, поехали. Давай, дергай.
Вот и все. Ну повезло, а вдруг была бы ловушка. Вот так? Привет, привет. Интересный декор. Тех, кто достоин, рай ожидает. Тот, кто здесь лишний, горе познает. Да уж, пират из Эвери вышел лучше, чем поэт. Это не Эвери. В смысле? А кто? Вот. Рот-Айлендский пират. Томас Тью. Но это не может быть он. То есть, знак-то его, но Тью погиб от такую ту же флотилию, что и Эвери. Ну, это официальная версия. Если это правда, знак Тью, то он-то связан со всем этим каким боком? Вот это хороший вопрос. Только достойный. Ребята, продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новом видео. И всем удачи, всем пока!